пешеходные переходы в зоне особого контроля ГИБДД. В четверг вечером в областном центре прошел ряд профилактических рейдов. Экипажи ДПС расположились неподалеку от самых аварийных зебр в 9 разных точках города. В центре внимания инспекторов – водители, которые не предоставляют преимущества пешим участникам движения. За 4 месяца 2017 года у нас произошло 67 дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов. Из них пострадало 71 пешеход. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Горелина подобные нарушения не редкость. Бывали здесь и наезды на пешеходов. Вот и на этот раз нарушители не заставили себя долго ждать. Видели пешеход, который справа начинал бежать? А? Слева видел. А справа? Ну, почему невнимательно это? Что случилось-то? А был ли мальчик, а точнее пешеход, у человека, управляющего средством повышенной опасности, сомнений на этот счет быть не должно. Нужно убедиться, что не создаешь помех переходящим, и только тогда проезжать. Рано или поздно любой водитель оказывается в роли пешехода, с ним могут поступить точно так же. Стараюсь думать именно как водитель, когда сам куда-либо иду, когда я сам пешеход. Потому что в сырую погоду, в дождь видимость ухудшается. И понимаю, что отражение от асфальта и также работа дворников мешает обзору. Иногда ставить себя на место водителя не помешало бы и пешеходам, ведь они и сами нередко провоцируют ДТП, перебегая дорогу не по зебре или на красный сигнал светофора. Но у сотрудников госавтоинспекции воспитательных мер хватит на всех. В этом году уже оштрафовано за непредоставление преимущества пешеходам 980 водителей, а за нарушение правил перехода дороги более 2500 пешеходов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.